О Господь, явися нам благословен, гряды во имя Господне. Несмотря на дождливую погоду, строительные работы идут в полную силу. Возле храма десятки прихожан. Прибыли священники из города и окрестных сел. Во главе с благочинным Анапского округа протоиереем Виктором они совершили обряд освящения купола и крестов. Строители разработали красивый проект. В новом храме святой великомученицы Варвары будут проходить службы, литургии и праздники. Сегодня маленькая церковь не вмещает всех верующих Супцехского сельского округа, поэтому нынешнее помещение переоборудуют под воскресную школу. Я думаю, что храм, в который в ближайшее время придут прихожане, жители нашего города, будет подавать надежду на совершение только благих дел, будет сплачивать весь наш народ, будет светить им, освещать путь и оставить все грехи на этой земле. А купол будет освещать только лишь правильную и верную дорогу. Завершился торжественный праздник установкой купола. И скоро каждый верующий сможет поклониться святым крестам и иконам уже внутри храма. Анна Жигалова, Роман Карпов, Анапа регион.